Очень хороший день, очень хорошие номера. Я думаю, что это вообще самый удачный, самый красивый проект Первого канала. А участникам я, как бывший участник, хочу сказать, не зацикливайтесь на оценках. Вам их будут выставлять разные люди, которые в этот день будут приходить в цирк в разном настроении. Думайте о том, чтобы вам было хорошо, и хорошо тем, кто на вас смотрит. Спасибо огромное.